Авдалян Норик, игрок КНИТУ КАИ. Норик, как оцените игру команды противника? Больше владели мячом. Я считаю, на самом деле все по делу. Мы не создали больше моментов. Мы в этой игре не создали, в принципе, вообще момент не создали. Не показали то, что мы умеем делать. Не знаю, чего, почему так сложилось все, но все по делу, на самом деле, я считаю. У них было три момента опасных. Штангу попали. Вот. Так что все по делу. Мы не показали свою игру. Не знаю, с чем это связано. Может, усталость какая-то у ребят, может, кого-то недомогание. Не знаю. Как пропустили гол? Пропустили. Считаю, нелепый гол на самом деле. Там рикошет и за шиворот вратарю. Вот и все. Как нелепый гол. Большое спасибо.